думаешь? Ну, в принципе, попробовать можно. Точно. Надо попробовать. Ты готова? Да. Тогда после уроков встречаемся до 2 часа. Предупреди все. Хорошо. Алижан, как думаешь, это не опасно? Думаю, нет. В книге же написано, что это наоборот полезно. Хорошо. Короче, у нас есть одна очень хорошая идея. Какая? Говорю же, хорошая. Ну, говори же, послушаем. Мы с Баяном решили сделать такой же эликсир, как в той книге. Не понял. Ой, да ты дослушай до конца. Вы все знаете, что в той книге написано, что такой эликсир очень болезненный для человека. Поднимает настроение, снимает усталость, помогает преодолевать трудности и так далее. Поэтому мы приготовим такой же эликсир и будем помогать тем людям, которые ходят все время без настроения, уставшие. Подожди, а как вы собираетесь приготовить этот эликсир? Так в книге все написано. Все ингредиенты, все химические составы. Вы ведь тоже читали эту книгу? Ну, на каждую мелочь я внимания не обращала. Короче, этот эликсир ваш обычный наркотик. Наркотики тоже, по-моему, поднимают настроение, снимают усталость. А ты откуда знаешь? По телевизору смотрел. Короче, это никакой не наркотик. В составе этого эликсира нет никаких наркотических веществ. Это экологически чистый продукт. Так написано в книге. А ничего, что эту книгу написала какая-то колдунья. Я, например, колдуньям не верю. Я тоже не верю. А ты? Ну, пока без комментариев. Я тоже не очень доверяю им. Тогда почему вы все так внимательно читали эту книгу, раз не верите? Вообще-то вы вдвоем читали, а мы так, за компанию. Так, значит, вы не согласны? Хорошо, и без вас справимся. Но учтите, когда мы с Баян приготовим этот эликсир, и все будут от него в восторге, даже не думайте просить, обойдетесь. Пошли, Баян. Вообще, не надо было ее звать, сами справимся. Ну и что думаете? Даже не знаю. Может, лучше быть вместе? Асанали, ты как думаешь? Я думаю, что надо обдумать, взвесить и потом дать ответ. Ну, думай тогда. Все, я все хорошенько обдумал и готов ответить. Отвечай. Мы должны быть вместе. Да ты че? Да. Асанали правильно говорит. Мы должны быть вместе. Ну что ж, я согласна. Я с вами. Эй, подождите! Пришла? Да, что случилось? Поможешь мне сделать домашние уроки? Нет, конечно, устала я. Ах так? Да я расскажу маме, что ты вчера ее вазу разбила. А потом расскажу, что 2 дня назад ты на кухне 2 тарелки разбила. А потом расскажу, что 2 дня назад... Ну все, хватит. Ладно, помогу. Надеюсь, переодеться и перекусить можно? Можно. У тебя 15 минут. Ты сколько? Ты что, совсем? А еще могу рассказать, что 3 дня назад ты накрасила губы маминой помадой. Попойся уже. Жду, я у себя буду. Ничего не забыли? Вроде нет, по-моему, все купили. Ну что ж, начнем. Ну
Надо все обдумать, взвесить. 3 секунды, что ли? Нет. Почему 3 секунды? Можно и подольше. Ой, раньше надо было думать. Не тратьте время зря. Давайте начнем. Да, Алин правильно говорит. Раньше надо было думать. Согласен. Я думаю, что наш эликсир будет эликсиром счастья. А я мечтаю, что наш эликсир помогал всем забыть свои проблемы и перебороть все трудности. Ага, мечтать не вредно. Все время покажет. Наш эликсир готов. Думаю, все сделали правильно. Может, попробуем? Нет, нам нельзя. У нас же пока нет никаких проблем. Это эликсир для людей, у которых есть проблемы и трудности. А кто тебе сказал, что у нас нету проблем? Какая же у тебя проблема? Зубы болят. Это не проблема. Для этого есть стоматолог. У меня тоже есть проблема. Хочу iPhone 15. А родители не разрешают. Говорят, зачем тебе iPhone 15? Лучше уроки учи. Вот если закончишь 5 класс с отличием, тогда и подумай. А я хочу сейчас. Это тоже не проблема. И вообще, они правы. Значит, наша проблема – это не проблема? Хорошо. Дальше что будем делать? А с Анали, надеюсь, у тебя нет никаких проблем? Нет. No problem, sister. Молодец. Ребята, запомните, этот эликсир для людей, у которых огромные, большие проблемы. Значит, вы должны их давать только тогда, когда у людей проблемы. Договорились? Договорились. Ну тогда по домам. Только никому ни слова. Привет, суперзритель! Теперь мы снимаем фильмы в каждом городе нашей планеты. Если ты тоже хочешь сняться в наших фильмах, то пусть твои родители напишут нам на этот WhatsApp. Мы ждем тебя. Чего? Ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Точно? Ой, иди, а. Некогда мне с тобой тут болтать. Поможешь мне сделать домашнее задание? Нет, что хочешь, то и делай. Иди все маме расскажи. Точно, и сегодняшнее. У тебя 15 минут. Блин, откуда она узнала?
Что с ней? Не знаю. Директор, наверное, что-то наговорил. В последнее время у нее очень плохое настроение. Да, точно. Я тоже это заметила. Может, поговорить с ней? Пошли. Пошли. Серик, нам можно войти? Можно. Алия Сериковна, что случилось? Может, расскажете нам? А вам зачем? Ну, помочь хотели. Как? Не знаю. Ребята, это не ваша проблема, вам это не нужно. И, кстати, почему вы не на уроке? Вас увидели, решили помочь. Ребята, не надо. Это вас не касается, это не ваша проблема. Не нужно вмешиваться. Алло? Хорошо, я сейчас. Ребята, меня к директору вызывают. Что, опять? Ребята, у меня есть идея. Какая? Вон бутылка. У нас эликсир. У Алии Сериковны проблемы. Что надо делать? Точно, молодец, Арстан. Эй, стойте. Это точно поможет? Вот и проверим. Сериковна, все нормально у вас? Нет. Меня увольняют. За что? Вы же один из лучших учителей нашей школы. В общем, как оказалось, моего среднего специального образования для этой школы она не подходит. Мое образование среднее, оно не подходит критериям этой школы. И получается, мне скоро надо будет освободить свое место. Нам придется с вами попрощаться. Не плачьте, Алия Периковна. Все будет хорошо. Успокойтесь, выпейте водички. Делать? Куда я пойду? Где я буду работать? А может это все к лучшему? Может, это начало чего-то нового, хорошего? Ой. Жизнь ведь так хороша. Все же хорошее так и начинается, может быть, да? Потому что надо радоваться, улыбаться жизни, веселиться. Ой. Думаю, все это к лучшему. К черту эту работу. Надо отдохнуть. Так, к черту эту работу. Надо веселиться, отдыхать. Ай, у меня такое настроение. Ай, танцевать хочется. Это неудобно, правда? Неудобно на потолке спать. А станцевать я тоже не против. Айлин, включай.
Ничего себе дискотека. Что это с ними? Кажется, я догадываюсь. Эликсир? Все четверо, что ли, выпили? А вот это надо выяснить. Здравствуйте. Здравствуй. Почему грустим? Что-то случилось? Что тебе надо, мальчик? Мне ничего. Может, вам надо? Какая-то помощь. А как ты поможешь мне? Ну, не знаю. Вы сначала скажите, в чем проблема? Мальчик, иди лучше домой. Меня зовут Асанали, а вас? Ну, Гульнара меня зовут. Очень приятно, тетя Гульнара. Так в чем проблема? А тебе зачем? Хочу помочь вам. Ну, попробуй тогда. Если честно, я устала от жизни. Кредиты, ипотека. Надоело все. Одной моей зарплаты не хватает. Вот иду сейчас в банк. Говорят, если не закрою долги, отберут квартиру. Если отберут, мне негде будет жить. Стану бомжихой. Вот и все. Ну как, поможешь? Вы замужем? Нет. Да, тогда тяжеловато. Что? Попробуйте вот это. Что это? Эликсир счастья. Сделайте пару глотков, и вам должно стать лучше. Забудьте о проблемах. Жить станет лучше. Наркотики, что ли? Нет, говорю же, эликсир счастья. Мальчик, ты отравить меня хочешь? Ну, не хотите, не надо. И вправду. Может, попробовать? Какая разница, когда умирать? Сейчас или чуть позднее, когда стану бомжом? Эй, мальчик, иди-ка сюда. Дай-ка свой эликсир, может, и поможет. И вправду. Что я переживаю? Что будет, то будет. Жизнь на этом не заканчивается. Правильно? Зачем портить себе настроение? Нужно наслаждаться каждым моментом жизни. Вот выйду замуж за богатого молодого человека, и все станет на свои места. Да? Наверное. Спасибо тебе, мальчик. Спасибо. Ах, как прекрасен этот мир. До свидания. Будь здоров, Асанали. Сработало. Значит, сработало? Да еще как сработало. Молодцы. Вот так мы каждый день должны помогать хотя бы одному человеку перебороть все свои трудности. Ребята, до свидания. Хорошего дня. До свидания, Алия Серпина. Вам хорошего дня. Спасибо, моя хорошая. Ну как вам? Круто. Молодцы. Так, что за собрание? Почему не на уроках? А у нас занятия закончились. Так что стоим? А ну-ка все, марш домой, быстро. Так, никого не осталось в школе? Наш следующий пациент – это директриса. Примем ее завтра. Привет, пап. Привет, доченька. Как прошел твой день? Спасибо, хорошо. А где мама? Она все еще на работе. Вы что, опять поругались? Доченька, давай ты не будешь вмешиваться, ладно? Понимаешь, в семье все гладко не бывает. И мы, взрослые, все сами решим, ладно? Пап, если честно, мне надоели ваши ссоры. Когда это все кончится? Не вмешивайся. Иди переоденься. Я дам тебе яичницу пожарю. Поешь, потом уроки делаю, ладно? Все, быстрее, 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 быстрее.
сама поможешь или мне идти и все рассказать? А что так нервничаешь? Мне уже не хочу вообще учиться, не гуляя, не играя с подругами. Наверное, сойду с ума скоро. Успокойся, не надо никому ничего рассказывать. Помогу я тебе решить задачи. Не надо помогать, все, устала я уже. Не хочу учиться. Чего? Иди-ка сюда. Чего? Хочешь? Нет, не хочу. А ты попробуй. Откуда это? Купила. Очень вкусно. На, попробуй. Ладно, я пошла. Спать хочу. Алло, любимая, как дела? У нас все нормально, да, хорошо. А ты где? А, на работе. Когда приедешь? В общем, у меня появилась такая идея. Давай завтра я закажу в нашем любимом ресторане ужин. Ты наденешь свое любимое красное платье, я надену свой синий костюм и проведем вечер. Да. Ну все, тогда договорились. Все, давай. Я люблю тебя. Как же я счастлива. У меня есть папа, мама, любимая сестра, школа. Ах, как же счастлива. Поужинать. Сейчас я цветы иду забирать. А костюм?
Ну, я же не влезаю же. Чуть-чуть потолстел. Сейчас я за цветами, потом костюм куплю. Все? Эй, стой, я. Ой. Так, давай, одевайся, я сейчас тебя отвезу, ладно? А, быстрее, я на улицу уже. Ну, Орлы, за дело. Идите. У вас есть примерно 5 минут. А мы с Баян, если что, ее задержим. Здравствуйте. Извините, мы у вас хотели спросить. Что случилось? Ну, мы хотели спросить про это. Как его? Как фамилия? Чья? Моя? Нет, моя, конечно же, твоя. Ну, Кинчитай. Фамилия? Серкали. Класс какой? 7-й Б. Знаете что? Завтра ко мне с родителями. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Понятно. Понятно. Ну и попали мы. Что нам теперь делать? Даже не знаю. Вот вы где. Вы где ходите? Как где? Ты же сам отправил нас на спецзадание. А чё так долго? Ой, воду искали мы. И как тебя могли найти? И чё, нашли? Конечно, нашли. Задание выполнили? Конечно, обижай, сестр. Надеюсь, они не забыли про своих родителей? Не знаю даже, но надеюсь. А что случилось? Ладно, проехали. Пошли. Куда? Как куда? Проверить результат спецзадания. А, да. Да. И, кстати, потом... О, ребята, почему не на уроках? Ну, мы это... Ну, ладно. Хороший день сегодня, да? Да. Все нормально. Насчет родителей ваших я просто пошутила. Все нормально. Ладно. День сегодня очень хороший. Вы молодцы. Красавчики. Я, наверное, пойду на лошадях покататься, что ли. Ладно, оставайтесь, все нормально. Все в порядке? Угу. Клиенты все довольны? Угу. Привет, Асанали. Здравствуйте, Гульнара. Как ваши дела? Все отлично, спасибо. Все благодаря тебе. Кстати, добро пожаловать в мое заведение. Правда? Да. И все это за счет заведения. Приятного аппетита вам.
кто это? Да так, помог однажды. Не забыла мою доброту. Вообще-то это не ты помог, а эликсир. Да какая разница? Эликсир доетал. Я. Тоже мне Робин Гуд нашелся. Алижан, ты как думаешь, мы вообще правильно поступаем? Думаю, да. А с директором? А что с директрисой? Она же главная, она руководитель. Почему? Сама же видела. Вон, радостная, веселая какая. Еще за границу собиралась. Так директора не должны быть такими. А вот после нашего зелья она стала такой. Что с тобой? Мы же вначале так договаривались. Помогать людям, у которых есть проблемы. Так вот именно, у нее не было проблем. А вот после нашего зелья у нее появились проблемы. А чем тебе не нравится такая директриса? Дело не в этом. Нравится, не нравится. Мы очень плохо поступаем. Ну, как бы то ни было, поздно уж. Наверное, она теперь такой и останется. Зачем я сюда зашел? А где я вообще? Ой, ты кто? Ой, нету желания с тобой шутить с утра пораньше. Иди чаю поставь лучше. Не подходи ко мне, спрашиваю, ты кто? Ты что, совсем? Это я, Сабина, сестра твоя. Нет у меня никакой сестры, не подходи ко мне. Это кто еще? Это я? Не может быть. Вот так вот. Она меня вообще не узнает. Даже не помнит, как себя зовут. У меня дома такая ситуация. Родители вообще друг друга не узнают. Да, я вот тоже одной тете помог. И позвонил ей вчера. А она говорит, что не знает меня. И вообще, что в Париже живет. Эх ты, Робин Гуд. Забыл народ твою доброту. Ну, что ты скажешь? Я думаю, это называется побочный эффект. И, по-моему, мы где-то что-то недоработали. Эй, вы кто такие? Мы ученики этой школы. Я спрашиваю, кто вы такие? Мы ученики этой школы. А кто я? Я спрашиваю, кто я? Кто я? Что случилось? Нет, все нормально. Ну что, пошли? Может, дочитаем книгу? Ой, не надо, что-то неинтересно стало. А нам интересно. Да, хорошая книга. Мне нравится эта колдунья. А давайте сделаем такой же эликсир. Ой, хватит. Закройте ее. Пойдемте по домам. Привет, суперзритель! Теперь мы снимаем фильмы в каждом городе нашей планеты. Если ты тоже хочешь сняться в наших фильмах, то пусть твои родители напишут нам на этот WhatsApp. Мы ждем тебя! Thank you.
Кенчитай Лежан, и мне 14 лет. Мне съемки очень понравились. Я получил очень радостные и счастливые эмоции этого воспоминания на всю жизнь. Моменты, где я снимался, и свободное время, где мы проводили с ребятами, и с операторами, и со всеми остальными. Я благодарю своих родителей за то, что они мне дали возможность сниматься в этом фильме. Мне понравились моменты, где были съемки на улицах. Потом мне понравились моменты, когда у нас было свободное время, и мы гуляли там по школе где-то там. Все дела. Меня зовут Елимир. Меня зовут Елимир Асанали, и мне 8 лет. Мне очень понравились съемки, особенно моменты в школе, когда мы снимали очень интересные сцены. Когда мы снимали возле нашего кабинета, и когда мы снимали очень поздно. Тогда было больше атмосферы и больше улыбок. Мне понравилась съемочная команда. Оператор хорошо снимает, все внимательно говорят, все, что делать, что говорить. Если что-то забываю, что подсказывают. Хочу поблагодарить родителей за возможность сняться в фильме. Меня зовут Усин Арслан, мне 11 лет. Да, мне очень понравились съемки. Сценка, где мы подбегаем к Алижану и Баяне. Хочу поблагодарить свою маму. Я хочу передать привет своей сестре, маме и братику. Меня зовут Серка Алибаян, мне 13 лет. Мне больше запомнились те моменты, когда мы снимали на улице, потому что было намного интереснее. И когда я чуть забывала слова, когда не могла запомнить. Было очень интересно, и прям было интересно типа посмотреть результат. Я хочу поблагодарить своих родителей за то, что они меня поддерживали. И поблагодарить свою классную руководительницу, потому что если бы не она, то я бы сейчас не была тут. Съемочная группа очень классная, я вам прям благодарна. Всем здравствуйте и привет, меня зовут Куспекова Ирина, мне 11 лет. Мне очень понравились съемки и вообще все понравилось мне. Мне понравились все моменты, смешные, не смешные, грустные и не грустные. Думаю, легко быть актрисой. Всего лишь учишь текст и встаешь перед камерой. Я очень хочу поблагодарить мою единственную неповторимую маму за то, что она согласилась и повела меня на студию в кино. Хочу передать привет моей маме, моему брату и моей подруге Амине. Меня зовут Сабина Жаричаринова, мне 10 лет. Мне на самом деле очень понравились съемки. Очень весело, новые друзья, новые ощущения. Самое интересное это были в школе. Там было прям очень весело. Я хочу поблагодарить родителей и киностудию «Мейрам», то, что они вот так вот организовали. Очень круто. Я хочу передать привет своим близким и тем, кто меня знает. Меня зовут Айдар Гаухар, мне 7 лет. Мне понравились съемки. Очень классно. Хочу сказать спасибо всей семье за то, что они меня поддерживали. Съемки с Сабиной были классные. Они мне очень понравились. Съемочная группа классная тоже. Я хочу передать привет всем, всем, кто меня смотрит, кто меня знает, и всей своей семье. Меня зовут Елимес Асанали, и мне 8 лет. Мне запомнились моменты в школе, там было очень весело, и запомнился момент, когда мы шли в кафе и ели вкусный торт. Мне очень понравилась киностудия «Мейрам», команда очень веселая и запоминающая. Хочу поблагодарить маму и папу за то, что они дали возможность мне сняться в этом фильме. Хочу передать всем, кто меня знает, и самый большой привет хочу передать сестре, маме, папе, Аташке и Апашке.